Еще капельку и готов. Взяли пожилку мою. На помощь! А мы пируем. Вот пруха. Стадо жирных поросей шарится вдруг. Посреди ничего. Спасите, пожалуйста. Ары трандеи. Давайте хавать. Бандиты! Взяли пожилку мою. Неплохой банкет. Откуда вы взяли столько мяса? А тут куча поросей носится. Вот мы одного и зажарили. Хочешь кусочек? Хватит на всех! С удовольствием. Кай, отрежь господину кусочек поросеночка. Нет! Не позволю! Зажарили божевку, сволочи! Опять он! Мало ему! В чем дело? Боженку убили! И сжарили ее, сволочи! А этот опять за свое. Ничего не поделаешь, придется ему навалять. Кай, Якоб, займитесь-ка им! Нет, не надо! На помощь! Не буду вмешиваться. Помогите! Убьют! Как боженку! Бери его, ребята! Пришли Яру, и идем и Понту.
вправду легенды не лгут. Может, на корабль хочешь наняться? Изнутри разрывает. Надо к друидам сходить. Я уже была. Говорят, что травы больше ничем не помогут. Что только молитва останется. У тебя есть? Ты молишься? Я молилась, когда Кьяра бросил меня. Когда мама была больна. Когда овцы подыхали. Могучий воин должно. Может, на корабль хочешь наняться? Прямо у дерева? Вот спокойно! Расскажи, просто, как все было. Ну, прошу прощения. И вело оно, как проклятое. А спасибо тебе, Витя. Вот они. Товарищ есть, мой, вот прочь. Да и сам я еле живым нашел. Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж. Что теперь? Это работка для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало, на нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы, ведьмак. Да по что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот тебе и привиделось. Сейчас пару ребят похрабрей созову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти сфарер все-таки идиоты. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Ты с Фарер? Далеко же ты забрался? Так вышло. Я вез кожи в Фирсдаль на обмен из Сворлога. Из Сворлога? Ты говорил, что с Фарер. А Сворлок на Спикероге. Ну так с Фарер я поплыл к Сворлогу, обменял там добычу с большой земли на кожи, а потом приплыл сюда. С Фарер на Спикерог, а потом на Артскеллиг. Весьма извилистый маршрут. Что ж поделаешь, купец едет туда, где выгода, а не куда ему ближе. Добро, говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожами. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, а с кустов чудища!
Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Микухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их? Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А у меня кое-чего отложено. Договоримся. Сколько ты хочешь? Справедливая цена. Ну так как? Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друдмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну, тут, в корчме неподалеку, буду ждать. Да. Ладно, до встречи. А теперь спрячь это обратно. Вот она, телега. Ну что, посмотрим. На боках у него раны, словно от когтей. На челюсти сжатый, позвоночник выгнут дугой, будто умер он от столбняка. Это должно быть товарищ того человека с Форер. Странно, это старик. Выглядит так, будто умер он от старости, а не от когтей накеров. Что-то мне подсказывает, что это не случайность. Надо бы проверить. Борозда в снегу свежая. Валун катился здесь. Вот оттуда сбросили валун, а там, похоже, какие-то следы.
Следы Накера четко отпечатались. Тут творится. Стопа Накера выдолблена изнутри, будто башмак, который кто-то потерял на бегу. Становится все интересней. Лапа Накера и
человеческая нога. Маленькая, как у ребенка, который явно бежал. Здесь следы обрываются. Хм, кто же развешивает рисунки в таком месте? Как будто рисовал ребенок. Или кто-то накорябал, как курица лапой. Ха, а вот это, кажется, я. Две палки за спиной. Вроде все сходится. Это должно быть телега? А вот место, где меня должен был раздавить камень. Теперь я знаю, откуда взялись следы на керового луна. Только интересно, кто на самом деле их оставил? Эти шарики на ножках Эндриаги. Кажется, они должны были меня прикончить. Все это похоже на какой-то план. Это должно быть место встречи. Кажется, над всем этим покушением работала целая команда. Пора познакомиться с шутниками. Накер. Его разорвал кто-то огромный. А потом кто-то отрезал ему ноги.
Это должно быть здесь. Можете выходить. Я видел ваш план. И, между прочим, я вас слышу. Одно булькает, как кипяток в ржавом горшке. Второе дышит нервно, как серна, попавшая в силки. А третьему лучше принять что-нибудь от боли в горле. Советую тимьян. Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? А то, что ты там, а мы здесь! Сейчас все может поменяться. Возьмак, не болтать! А то Польдик из него сделает суп! Вот именно! Мы тебя схватили! И теперь ты это на нашу милость и немилость! Да что ты! Я сейчас как развернусь, повернусь и... Польдик сказал! Возьмак закрыть пасть или попадать в суп. Удивляюсь, почему он до сих пор туда не попал. Вы должны были его убить. Чего? Убивать уговора не было. Вот именно. Мы должны были его только напугать. Чтобы знал, что мы страшные. Нам дорогу не переходи. Мы, кажется, друг друга не поняли. Это убийца. Такой же, как они все. Как и тот, кто убил мою Адалию. Нам всем очень жаль твою жену. Но ведь не доктор. Этот ведьмак ее убил. Мы не можем наказывать его за чужую вину. У этого тоже много чего на совести. Я слышал, что он сделал с Коридом и с Турсом. Но Золотого Дракона он пощадил. Да? А что вы скажете про Вериену? Ту Бруксу, что любила голубые розы из Назаира. Ее он не пожалел. Вериена убивала невинных людей, я должен был что-то сделать. Но многим другим чудищам я помог. Да? Это кому же? Я помог Прибожику. На самом деле даже двум. И Васику, и Саре. Не смеши меня. Этого слишком мало. Знаете троллей в ущелье под Каэр Морхеном? Ольдик точно знает. Они, судя по всему, его родные братья. Когда я там был в последний раз, они так и лезли на рожон. Мой друг хотел их убить, но я его отговорил. Видишь? Он вовсе не такой злой. Давай отпустим его. Ты хочешь его пощадить? Чтобы он всех нас выследил и перебил? Я ничего вам не сделаю. Я не убиваю разумных существ. Лжешь. Каждый ведьмак – убийца. Я убиваю чудовищ. Профессия у меня такая. Но только если они угрожают людям. Ты ненавидишь нас всех! Люди ненавидят вас, потому что ничего не знают. Им неведомо, кто по-настоящему опасен, а кто просто хочет спокойно жить. Только ведьмаки стоят между вами и людьми. Мы знаем оба этих мира и храним оба. Мы убиваем опасных чудовищ, чтобы разумные могли жить в покое. Ты говоришь так, потому что боишься. Ты знаешь, что нас больше. Ничего подобного. Если бы я захотел, я бы давно вас перебил. Я за. По-моему, он не лжет. Пустить Возьмака! Глупцы! Он провел вас, как щенков. Корчит из себя честного и доброго. Да только это обман!
Люди всегда врут. Успокойся. Этим ты не вернешь Адалию к жизни. Стойте здесь. Я сам с ним разберусь. Спасибо. Чем хата богата, тем гости блюют. Эй, ты! Ты кто еще такой? И че здесь шастаешь? Я ищу Ольгерда фон Эверека. А, он внутри. Thank you.
Мне нужен Ольгерд фон Эверек. Нету здесь такого. Кто же вы такие будете? А на кого мы похожи? На банду громил. Или на шайку бывшей солдатни из тех, кому повезло. А вот тут-то ты ошибся. Мы все дворянские сыновья. И дочери. Так вы все-таки скажете, кто вы такие? Мы – вольная риданская компания. А еще нас называют кабаны, потому что на гербе кабан. Мне сказали, что тут я найду Ольгерда фон Эверека. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Тогда, думаю, вместо него ты мне поможешь, брат. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус, оставь его. Это я, Ольгерд. Говори, что тебя привело. Нет, нет, это я, Ольгерд. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгерд. Весело тут у вас. Я бы с радостью еще посмеялся. Только времени ждет. О, похоже, дело серьезное. Я насчет чудовища из каналов. Кажется, Ольгерд фон Эверек дал на него заказ. А, так значит, ты ведьмак. Это многое объясняет. И что, например? Говорят, из вас выскребают все чувства. Видать, так и есть. Стоишь, будто жертв проглотил. Ну ладно, ваша милость, ведьмак. Пошутили и хватит. Ничем тебя не проберешь. Пойдем, отведу тебя к Ольгерду. Как тебя звать? Геральт из Ривии. Дам я тебе совет, Геральт из Ривии. Как придешь к Ольгерду, постарайся его заинтересовать. Заинтересовать? Это же ему нужен кто-то, кто убьет чудовище. Кто-то? Это не обязательно ты. Так что, если хочешь получить работу, смотри, чтобы Ольгерд не заскучал. А то он очень нетерпеливый. Атаман, тебе гости. А знаешь, какие скульптуры продаются лучше всего? Статуи башков, бюсты королей и голые бабы. И что у нас тут? Голая баба. Что ты про нее скажешь? А мне нравится. Особенно эти две овальные формы. Шутник. Это хорошо. Не люблю людей без чувства юмора. Мне с ними страшно скучно. Любил я некогда Боттичелли. Он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня. А смотришь на это и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями. Без недостатков, совершенной до боли. Скучный и мертвый, как булыжник на обочине. Так-то лучше. По крайней мере, интересней. Ладно, теперь обсудим детали. Спустимся к моей компании. Перекусим чем-нибудь. Атаману Ольгерду слава! Слава атаману!
Виват! Виват! Да здравствует атаман! Давай, выпей с нами! Ну вот, теперь у нас уже и нет выбора. Принеси нам вина, милая, и что-нибудь поесть. Есть какой-то повод или просто душа просит праздника? Повод всегда найдется. Сегодня у нас обряд наречения. Чей? Новой сабельки сударя Богатыровича. У меня уже есть для нее имя. Мы ее назовем Традиция. Расскажи мне побольше об этой бестии из каналов. Я не знаю, что это такое, но оно убивает людей. Я бы не стал о нем волноваться, если бы его жертвой не стала моя кухарка. Никто лучше нее не готовил дичь. И за этой дичью ты послал ее в каналы? Нет, она на ярмарке была с сестрой, то ли с родной, то ли с двоюродной. Та ей наплела, что в каналах Оксенфурта живет принц, превращенный в жабу. Ну а бабы и есть бабы. Каждая хочет принца, хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне. И Веска тоже хотела. Вот и пошла, да так и сгинула. Впрочем, говорят, она не первая. Эй, оставьте ее. Так-то вы обращаетесь с дочерью хозяина. Прости, так о чем мы? Ах, да, насчет заказа. Ну так как, займешься этим? Осталась еще одна мелочь. Ладно. Не думай об этом. Вернешься сюда с башкой чудовища и заберешь отсюда все, что тебе понравится. Это очень щедро, но я предпочту уговор на конкретную сумму. Ну, будь по-твоему. Сколько тебе надо? 300-400 крон? 450. По рукам. А отсюда ты все равно сможешь взять себе какой-нибудь сувенир. Я избавлюсь от чудовища. Принесешь сюда его башку, и награда себя ждать не заставит. Поговори с атаманом. Эй, ты! Кошачьи глазки! Мое имя Геральт. А я тебя буду звать Кошачьи глазки. Ты что, запретишь меня, а? Давай лучше к делу. Есть для тебя задание, Кошачьи глазки. Кто-то убил моего друга. Его звали Клюверт. Я хочу, чтобы ты узнал, кто за этим стоит. И снес ему башку. Почему ты сама не отомстишь? Вы же любите, кажется, помахать саблей. Еще как. Если бы я знала, кто убил Клюверта, давно бы ему требуху выпустила. Но я не знаю. А вот ты, Кошачьи глазки, ты многое видишь. Ты его выследишь. Продолжай. Клюверт торговал Фисштыхом. Пару дней тому назад он поехал в заброшенную деревню Луковец. За товаром. И не вернулся. Ты была там? Видела его труп? Нет. Но Клюверт из тех парней, что держит слово. Раз он не пришел на встречу со мной, значит, он мертв. Найди урода, который это сделал, и убей. Я хорошо заплачу. Ну что ж, я подумаю.
У Клюверта был шрам на лбу, похожий на твой. По нему ты опознаешь тело. Сказал, подумаю. Знаешь что, кошачьи глазки? Я раз посмотрю на мужика и сразу знаю, из какого он теста. Готова поспорить, что ты выполнишь мою просьбу. Найдешь меня в Оксенфурте, в Алхимии, в корчме рядом с рынком. Я бьюс, курит! Едят, веселятся! Эй, ведьмак, вступишь в нашу компанию? Море. Чуть стены корчмы не валятся! Ah!
Логово чудовищ. Лучше всего взорвать его танцующей звездой или картечью. Это что, что-то такое готовили? Знакомый запах. Кажется, это Фиштах. Оборудование вывезли, осталось только негодное. Ну да, наркотики убивают. Открытое окно, след сапога на кровати. Кто-то торопился. Следы ног неровные, кто-то бежал туда. Здесь он задержался, спрятался, потом побежал дальше. Шрам на лбу. Похоже, это клюет. Болт в спине. Вошел глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния, со стороны деревни.
болт от арбалета и глубокие следы ног. Стрелок, похоже, был в тяжелых доспехах. Следы копыт ведут в сторону пригорка, а там явно кто-то есть. Come on.
Yeah.